Представители Лидского райисполкома продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником Победы. Напомним, в Лидском районе проживают 8 ветеранов Великой Отечественной войны. В городе осталось всего 3, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях. Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Мычко в этом году исполнилось 99 лет. Он награжден орденом Великой Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией и юбилейными медалями. Сегодня ветерану вручили цветы и подарки от председателя Гродненского областного исполнительного комитета Владимира Караника, а также выразили благодарность за вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Вот сегодня на территории Лидского района осталось только 9 очевидцев этих событий, и только 3 из них реальных участников военных сражений. Сегодня мы по поручению главы государства, по поручению губернатора области, председателя нашего района и с большим открытым сердцем и с душой поздравляем всех, кто принял в этом участие. Сегодня мы передали подарки нашим ветеранам от главы нашей области, от главы нашего района. С большой благодарностью за то, что они сделали, за то, что подарили нам мирное небо и свободную страну. Мы бережем этих людей. На уровне страны проводится огромная работа. Полное внимание к ветеранам, к людям труда, к людям войны, которые создали нашу сильную страну и создали нашу независимую Беларусь. И понятно, что мы очень бережем этих людей как историю, как реальную историю тех страшных событий, которому мы никому не позволим переписать. Это реальные факты. Эти люди берегут то, что происходило, и знают то, что реально происходило. И это тот пример, который мы должны передавать нашей молодежи, для того, чтобы эти ребята понимали, насколько страшна война и насколько важно сохранить мир, насколько важно быть патриотом в своей стране. Эти люди – живая история, поэтому наш долг их беречь, ценить и уважать.